кажется, со стороны красивая дверь, окошки, а смотришь внутрь, там все развалено. Cheers! Cheers! Остановил машину, тут такой лесок на берегу моря. Встретил двух девчонок из Германии, которые со мной пару дней назад тусили на Blue Eye. Насколько все тесно здесь в Албании. В общем, я решил отметиться и искупаться в Ионическом море. По ощущениям водичка где-то градусов 21. На самом деле поначалу как-то холодненько, и потом привыкаешь. Сегодня днем я немножко прокатился по этому городу, а сейчас вот мы решили пройтись по нему. И как изначально мне показалось, город такой местами заброшенный. Практически в каждом квартале, который мы проходим, попадаются вот такие здания, либо заброшенные, либо стройка какая-то бесконечная. Сейчас следуем центральную часть города, которую нам порекомендовали. Посмотрим, как там. Наверное, мы нашли самую красивую часть этого города. Улица Джастин Годдард. Но судя по тому, что мы видим сейчас, в самом начале улицы, все заведения реконструируются так же, как и большая часть этого города. Кажется, со стороны красивая дверь, окошки, а смотришь внутрь, там все развалено. Так уж и быть, приведу вам пример. Вот Gallery Art, дверца такая неплохая, и тут смотрим вовнутрь, опа, красотища, а? Блеск, какие картины. Все же мы нашли какой-то ресторанчик, и вид, кстати, такой неплохой отсюда, на башню с часами. Cheers.
Yo, it's not really milkshake. We ordered. Сейчас идем по дороге к парковке, там, где наши машины. И вот просто я не мог не остановиться, заострив внимание на местном дворе. То есть видеть, как здесь дети играют в футбол, вот старые дома, рядом местные пивнухи. Дом такой старый, полуразрушенный, полунедостроенный. Интересно, как трущобы. Пас! Опа! Гол! Run, but they actually can. Hello. So it's scary. Наслаждаемся прекрасным пейзажем. Потрясный вид с крысами хвостатыми.